И сегодня же Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Говорили о совместной работе на рынке нефти, в частности в рамках ОПЕК. Его решили продолжать. А, кроме того, активнее развивать и другие направления сотрудничества между странами, к примеру, в сфере высоких технологий и инвестиций. В прошлом году наш товарооборот вырос на 31%, а за первый квартал этого года еще плюс 70%. При вашей поддержке активно работает инвестиционный фонд вашей страны в России с нашим РФПИ. Общий объем вложений уже свыше 2 миллиардов долларов. Мы благодарны вам за доверие. Но думаю, что и вы не разочарованы, потому что доходность по этим вложениям гораздо выше, чем на рынках третьих стран. Это 15-17%. Будем продолжать эту работу, так же, как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще с организацией ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов. Мы особо благодарны вам за ваши инициативы по развитию сотрудничества в высокотехнологичных сферах, в том числе по развитию ваших инициатив в сфере промышленности в привязке к нашей выставке в Екатеринбурге и на Промо.